Судя по всему, певцу не дают покоя лавры балерины Анастасии Волочковой. Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал смешной коллаж. На снимке вдалеке видна группа балерин, а сам Жуков на переднем плане. Причем на коллаже он изображен по пояс. Также можно увидеть два стула, на которых ноги, принадлежащие некой балерине. Создается ощущение, что Жуков переквалифицировался в балерину и сел на шпагат. Не исключено, что ему просто не дают покоя лавры танцовщицы Анастасии Волочковой, которая, как известно, злоупотребляет шпагатами. Больше по теме Сергей Жуков сообщил поклонникам о здоровье после перенесенных операций. Певец признался, что не сможет выполнить сальто на сцене, усердно репетируя к новому туру. «Порадую вас новым амплуа. Кто ждет нас с концертом?» – спросил своих поклонников Жуков. «Очень интересная фотография. Фу, думала опять Волочкова со своим шпагатом». Волочкова занервничала. Появился достойный конкурент на ее шпагат, Сереженька, балет это твое. Ждем тебя, конечно, заметили в комментариях пользователи.